Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале English Galaxy. Перед вами тема 50 неправильных глаголов с примерами за 14 минут. Еще у нас с вами есть таблица неправильных глаголов. Обязательно смотрите весь плейлист про неправильные глаголы. Все ссылочки в описании. Даже смотрите наш второй канал English Professional. Тоже все ссылочки в описании. Давай с вами действительно попробуем сделать такой короткий урок. Я думаю, вы одобрите, в том числе и короткие уроки, не только длинные. Okay, I really hope so. Итак, быть. Быть — это be, формы was, were. Например, я был там вчера. I was there yesterday. I was there yesterday. Далее, идти, ехать. Go, went, gone. Мы ходили в кино. We went to the cinema. We went to the cinema. Мы ходили в кино. Далее, видеть будет see, saw, seen. Значит, я увидел очень странную вещь. I saw a very strange thing. I saw a very strange thing. Далее, сказать. Say, said, said. Значит, он сказал это неожиданно. He said it suddenly. He said it suddenly. Двигаемся дальше. Значит, пятый глагол. Получать. Get. Соответственно, got. Got. Get, got, got. Я получил подарок. I got a present. Далее делать. Домашняя работа. Это будет do. Do, did, done. Do, did, done. Значит, я сделал свою домашнюю работу. I did my homework. I did my homework. Далее делать ошибку. Это глагол make. Make, made, made. Значит, она сделала большую ошибку. She made a big mistake. She made a big mistake. Приходить — это будет come. Come, came, come. Значит, она пришла ко мне вовремя. She came to me. She came to me on time. She came to me on time. Двигаемся дальше. Дальше. Сказать кому-то — это tell. Tell, told, told. Tell, told, told. Значит, он сказал мне это вчера. He told me that. He told me that yesterday. He told me that yesterday. Он сказал мне это вчера. Далее, иметь, have, had, had. Мы прекрасно провели время. Как мы с вами скажем? We had a great time. We had a great time. We had a great time. Okay? Далее, понимать. Это understand. Формы understand, соответственно, understood. И третья форма такая же, understood. Мы поняли тебя очень хорошо. We understood you. We understood you very well. We understood you very well. И также неправильный глагол eat, есть. Это eat at eaten. Соответственно, я позавтракал. Можно сказать I had breakfast или I ate breakfast. I ate breakfast. Okay, next. Двигаемся дальше. Итак, пить будет, соответственно, drink. Drink. Значит, мы выпили чай. We drink. Или мы выпили. We drink tea. Выпили чай. Форма, соответственно, если drink, drank, drunk. We drink tea, мы пьем чай, а выпили, видите, drank. Вторая форма, we drank tea. Далее говорить, например, по-английски это speak, spoke, spoken. Speak, spoke, spoken. Значит, мы говорили по-английски. We spoke English. We spoke English. Вы говорили по-английски. We spoke English. Далее читать будет read, read. Read, 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 read. Я прочел так много английских книг. I read so many. Я читал так много английских книг. I read so many English books. I read so many English books. Далее, следующий глагол — это писать, будет write. Вторая форма — wrote. И третья форма, соответственно, written. Она написала письмо. She wrote a letter ему. She wrote a letter to him. She wrote a letter to him. Okay, next. So, далее, давать. Давать будет give. Форма, вспоминаю, give, gave, given. Give, give, given. Значит, она дала мне это. She gave it to me. She gave it to me. She gave it to me. Next. Далее, брать. Take, took, taken. Take, took, taken. Я взял его с собой. I took him. I took him with me. I took him with me. Далее, покупать. Buy, bought. Buy, bought, bought. Мы купили новую квартиру. We bought. We bought a new
flat. Далее чувствовать, это будет, соответственно, feel. Feel, felt, felt. Я чувствовал себя хорошо. I felt good. Дальше двигаемся. Думать. Think, think, thought, thought. Think, thought, thought. Значит, я думал. Так, I thought so. Далее, приносить. Bring, brought, brought. Bring, brought, brought. Она принесла мне это. She brought it. She brought it to me. She brought it to me. Okay, next. Значит, знать. Know, knew, known. Я знал это очень хорошо. I knew it very well. I knew it very well. Значит, дальше, 24-е, это забывать. Forget, forgot, forget, forgot, forgotten. Forget, forgot, forgotten. We forgot. Мы забыли об этом. We forgot about that. We forgot about that. Okay, next. Далее. Платить, оплачивать, это pay. Значит, форма pay, paid, paid. Я заплатил за нее. I paid for her. I paid for her. Далее, ломать, это break, broke, broken. Break, broke, broken. Они сломали окно, они разбили окно. They broke the window. They broke the window. Далее, находить, это будет find. И вспоминаем формы find. Соответственно, found, found. Find, found, found. Я нашел очень интересный сайт. I found a very interesting. I found a very interesting website. I found a very interesting website. Далее встречать это будет meet. Значит, meet, met, met. Я встретил ее в книжном магазине. I met her in a bookshop. I met her in a bookshop. I met her in a bookshop. Okay, so next. So 29. Становиться, это будет become, форме become, became, become. Он стал популярным. He became popular. He became popular. Он стал популярным. He became popular. Далее, 30-е, это класть, ставить put, put, put. Реформа одинаковая, я положил это на стол. I put it on the table. I put it on the table. Далее, показывать, это будет show. Showed, shown, showed, showed, shown. Окей? Okay? И пример, значит, она показала свои способности. She showed her abilities, she showed her abilities. Далее, оставлять, покидать, это leave, left, left. Значит, мы покинули то место. We left, we left, we left that place, we left that place, okay? Next, далее, позволять, это let, let, let. Она позволила мне это сделать. She let me do it, she let me do it, she let me do it. Okay, далее, начинаться, значит, это глагол begin, begin, именно глаголе begin, и его форма begin, began, begun. Значит, урок, соответственно, начался, как мы с вами скажем. The lesson began, the lesson began. Далее, вставать и садиться, запоминаем эти глаголы. Значит, вставать это stand, соответственно, stand, stood, stood. И садиться это sit, sat, sat. Значит, он встал, he stood up, he stood up, и затем and then он сел, and then he sat down, and then he sat down. Okay, 37, это 37. Окей, okay, двигаемся дальше в режиме, опять же, интенсива. Итак, следующее это бегать. Это, соответственно, будет... Так, проверяем. Ага, окей, okay, so 35 and 46, 37. Бегать это будет run, формы run, ran, run. Значит, я бегал очень быстро. I ran very fast. I ran very fast. Окей, okay. Далее плавать. Это будет swim, swam, swam. Swim, swam, swam. Значит, соответственно, мы плавали в море. We swam in the sea. We swam in the sea. Так, извиняюсь за нумерацию. We swam in the sea. Next. Далее расти. Это будет grow. Grow, соответственно, grow, grew, grown.
Значит, они выращивали... They grew овощи. They grew vegetables. They grew vegetables. Они выращивали области овощи. They grew vegetables. Далее, резать. Это cut, cut, cut. Три формы одинаковые. Он порезал палец. He cut his finger. He cut his finger. Далее, значит, 41-е. Это падать. Fall. Соответственно, fall. Далее, fell. Fallen. Далее, он упал. He fell down. Обычно какой-то высоты. Это fell down. И поранил and hurt his arm. И повредил руку. And hurt his arm. Далее, соответственно, это отправлять. Это будет send. Sent. Sent. Sent, sent, sent. Я отправил ей сообщение. I sent a message. I sent a message to her. I sent a message to her. Далее, тратить. Это будет spend. Созвучно, да, spend. 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 Значит, она потратила все деньги. She spent. She spent all the money. She spent all the money. Далее, строить. Это будет build. 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 Здесь, опять же, также разное окончание. Build. Я построил новый дом. I built a new house. I built a new house. Двигаемся дальше. Значит, продавать. Это будет sell. Формы sell. Sold. Sold. Она продала свою квартиру. She sold her flat. She sold her flat. Далее, выбирать. Это будет choose. Chose. Choose. Chose. Chosen. Значит, мы выбрали правильный вариант. We chose. We chose the right variant. We chose the right variant. Далее, значит, соответственно, носить. Wear, так какую-то одежду. Wear, wore, worn. Значит, он носил очень бедную одежду. He wore very poor clothes. He wore very poor clothes. Далее, ездить на машине. Это drive. Drive. Форма drive, drove, driven. Drive, drove, driven. Значит, он ездил на машине вчера. То есть он водил машину. He drove a car. Он ездил на машине. He drove a car. И еще два глагола. Это, соответственно, вести, приводить. Это lead, led, led. Lead, led, led. Это привело. It led. Это привело к бедствию. It led, да, именно так, it led to a disaster. It led to a disaster. It led to a disaster. И последний глагол, значит, это особый глагол, именно лежать, потому что если правильный глагол, это будет lie, это именно врать, а lie, значит, лежать неправильный, это будет lay, lain. Значит, он, значит, прилег. He lay down. He lay down. Вот в режиме носив мы с вами разобрались. И на самом деле, вот таблица неправильных глаголов. Можете сделать паузу, посмотреть. Первая десятка, вторая десятка, то, что с вами разобрали. Третья десятка. Рекомендую делать паузу, смотреть. Четвертая десятка и пятая десятка. Да, и также проверим все наличие опечаточек. Я думаю, что вы заметили одну опечаточку, ее нужно исправить. Я думаю, это действительно правильная вещь. Смотрите, значит, видите, she showed, да, she showed her abilities, okay? It's correct now. Thank you very much. See you. Good luck.